Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим расклад карт Таро для рыб с 22 мая по 31 мая. А помогут нам в этом карты Таро Джованни Вичетта. Прекрасные карты, красивая прорисовка. Так, первую карту буду брать из старших арканов, вторую карту буду брать из младших арканов. Дорогие рыбы, все, что вас беспокоит, все, что вы хотели спросить у карт, посоветоваться, может просто спросить, да или нет, карты вам ответят. Итак, настраиваемся. Давайте помешаем карты. Скоро лето. Должно быть хорошее настроение. Так, у нас первая карта. Императрица. Прекрасная карта. Очень хорошая, женственная карта. Карта, знаете, вот советуют девушкам, женщинам, можно и мужчинам взять себе личное время, чтобы, может быть, привести себе в порядок, может быть, сходить к косметологу, в парикмахерскую, может быть, просто сходить на шопинг, уделить именно для себя внимание. Вот, наверное, вы так закрутились в семье, что много заботитесь о детях, может быть, в семье что-то, вот на работе много времени проводите, а про себя совершенно забыли. Так вот, карта императрица советует вам взять паузу и чувствовать себя как императрица, уделить время лично себе любимой. Ну и эта карта может еще обозначать, что вы скоро можете стать мамой. Так что хорошая новость для вас, рыба. Так, вторая карта у нас будет. Дорогие рыбы, чувствуйте себя просто императрицей. Ни о чем не беспокойтесь, если вас что-то тревожит, не хватает на что-то время. Не обязательно что-то грандиозное совершать. Просто, может быть, сходить в кафе с подружками, на вечеринку какую-то. Если вы молодой человек, пригласите свою девушку на какое-нибудь романтическое свидание, в кино. Так, вторая карта у нас — рыцарь жезлов. Прекрасная карта. Вот, знаете, она такая с амбициями, что-то такое движение будет у вас. Вы будете думать, как с этим справиться, как все решить, какие-то, может быть, маленькие дела. И просто решаться вопросы будут так вот, знаете, быстро, со скоростью какой-то, с вдохновением, с веселостью, с каким-то настроением, таким задором. И какие-то проблемы у вас просто вам будут нипочем. Настолько вы будете заняты. А может быть, вы отправитесь в какое-то путешествие. Маленькое совершенно, потому что эта карта еще такая, знаете, она быстрая. Вот что-то хочется быстро сделать. Скорости. Возможно, действительно на выходных вас ждут какие-то романтические приключения. Рыбы, всего вам доброго, хорошего настроения.